Следующим летом Вольск примет фестиваль театров малых городов России. Об этом на брифинге рассказал депутат Государственной Думы Николай Панков. Одно из главных культурных событий страны пройдет с 31 мая по 6 июня 2016 года. В нем примут участие представители многих городов России, начиная от Калининградской области, заканчивая Сибирью. По традиции откроется фестиваль представлением на городских улицах и спектаклем одного из известных московских театров. Конкурсная комиссия после долгого обсуждения решила назначить местом проведения Вольск. Все получилось прежде всего благодаря вам, жителям города Вольска и театральной общественности, общественности и всех учреждений культуры. Честно скажу, город наш заслуживает того, чтобы здесь у нас проходил такой крупный именно российский фестиваль. Большую работу провели артисты Вольского драматического театра. За несколько дней они смогли поставить сразу 3 спектакля. Напомню, идея проведения фестиваля в Вольске принадлежит нашему земляку Вячеславу Володину.